Какой твой любимый фильм или мультфильм? О чем он? Кот и кит. Там кот и кит поменялись местами. Кот в воде плавает, и он большой. А кит на суше, и мышей ловит. Кот не тонет, а кит боится воды. На одном корабле они обсуждали. И там девочка или мальчик. Им сказали, что в этой сказке нет порядка. Кто-то буквы поменял, и потом поменяли буквы местами, и все вернулись на свои места. Водоборода. Оно рассказывает о буквах, только путает буквы. Мой мультфильм самый-самый любимый про щенячий патруль. Это такой мультик, где есть 6 щенков и райдер. Главное, что они всем помогают, если мэр Хандингер – это злой собачник, он любит только кошек. Он натворил пакость, щенячий патруль всегда спешит на помощь. Мой любимый мультик – это Чебурашка. Он о том, как Чебурашка познакомился с крокодилом Геной, и они построили дом для друзей. Шипокляк, Лариска, и они пакостят, а Гена и Чебурашка помогают, чтобы эти гадости никому не навредили. Почему ты выбрал именно этот мультфильм? Потому что он учит, как правильно, например, писать или что-нибудь еще. Потому что там у него исчезала борода. Потому что я особенно люблю собачек. А там тоже есть собачки. Потому что там происходят очень интересные моменты. Ты бы хотел оказаться в этом мультфильме? В роли кого? Котом. Потому что он сначала на суше был, а потом в воде. А я люблю плавать. Розовым морфиком. Пряталась к Боди в бороду. И я бы хотела стать похожей на гонщика, потому что он полицейская собака, овчарка, сильный, смелый и нетрусливый. Чебурашка, потому что он добрый, хороший и веселый.